20, 22. Ну, минус 1 для вот этого вот входа. Получается 21 блок. Также 10 отсчитываем примерно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А, пускай. Ой, что я делаю? Будут у нас такие аккуратные квадратики, насколько это возможно, естественно. Так, другой вход тут. Может, это будет не везде симметрично, но насколько это возможно, я попытаюсь это сделать. А, все-таки повторюсь, это временная ферма. Я не планирую прям приукрашивать ее. Хотя все возможно. Я, может, так и оставлю. Если мне будет, например, лениво. Ой. Да, вот бегать по ферме, когда вас еще скелеты обстреливают, тоже не самое лучшее, не самое хорошее занятие. Так, никто не может пробраться. Вроде нет. Ну, разве что чешуйницы, но их тут нету, слава богу. Так, одну тут оставим, другую здесь. Забор, забор. Тут тоже забор. Главное, себя там не закрыть. А как свинья свалила, между прочим? А, блин, она же высотой в один блок. Правильно она свалила. Молодец, свинья. Нашла баг. За это я не пущу тебя на шашлык. Ну, по крайней мере, в первую очередь. Пойдешь день в 10-й партии. Что, хрю? Не, придется на шашлык. Так как я голоден. Так, где-нибудь... А, где поставим верстак, пожалуй. Так, сделаем еще одну калитку. Ставим ее для, с этой стороны, буквально для симметрии. Исключительно ради нее. Так, свинья, пошли. Иди сюда. Ну заходи, ты тупое животное. Иди сюда. Закрываем быстро, чтобы она не свалила. Пока она ничего не прочухала. Так, вот. Здесь тоже обозначим входы. Я видел другие обозначения входов, там блоки шерсти, довольно интересно. Ну, свиньи, пожалуй, будут тут. Заходи, заходи, родная. Ну иди сюда. Иди сюда, тупое это животное. Блин, она такая толстая, что застряла в проходе, я не понимаю. Иди давай. Все. Теперь она тут будет жить. А осталось подсветить эти загоны. И вот в этом загоне самое главное заделать брешь. Значит, все наши животные просто посваливают к чертям. Что, очевидно, не сделает никакого удобства. Ни мне, ни вам. Хотя вам-то все равно, конечно. Но мне будет точно неудобно. Представляете, напихал туда 20 овец, и не раз свалили через дырку и гуляют по всему дому. Кажется, я там эндермена видел. А, не, это эндер-овца. Ну, обычная овца, конечно. Есть люди, которые не понимают юмора моего. Странного весьма. Даже не столько странного, сколько внезапного. Так, окей, возьмем... Давайте заманим куриц, потому что их тут бродит чудовищное количество. Пошли. Курица, пойдем. Что, ко-ко-ко, пошли, я сказал. Куриц посадим... О, тот вольер. Блин, да ты будешь идти или нет? Да ну их к черту, ладно, бог с ними, с курицами. Я их потом разведу, наберу яйца и разведу так. Так, ну от мобов мне в любом случае придется отбиваться. Поэтому нет смысла идти спать.
Странно, пауки бывают дохнут с одного удара, бывает с двух. А чем это обусловлено, без понятия. Но очень хочу узнать. В общем, лук один и тот же. Так, одна овечка. Свинки. Свинки, свинки, свинки. Они меня не видят. Пошли. Пошли, пошли, пошли. Все пойдем. Всем место найдется. Только овечкам смерть не грозит. Давай, прыгай. Какая умная свинина. Свинья древолаз. Она не может быть глупой. По определению. Так, свиньи. Черт с вами, отведу овечек, они умнее, походу. Или наоборот, глупее, потому что нормальное животное не пойдет добровольно в клетку. Если оно на это не надрессировано, естественно. Слушай, ты будешь идти? Что с этими животными? Давайте, 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 за мной, за мной. Халявная жратва. Блин, я чувствую себя идиотом, снимая такое. Но вы же просили все. Вот вам все. Ладно, хотя бы трех отведу. Надо поглядывать иногда назад. А то вдруг там где-нибудь крипер будет стоять. Вот фейл. Как-то вот как не работало это приманивание толком. Один. Сколько там его добавили. И вот оно так и не работает. Да, курица, конечно. Теперь у нас первая курица влетела. Ну, зашибись. Так, курица. Курица. О, господи. Ребят, да вы совсем обнаглели. Так, курица, давай. Давай, 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 давай. Давай, я сказал. Есть контакт. Теперь овцы. По одной. По одной. Как на распродаже. Давайте, давайте, заходим, заходим. Хотя бы по одной заведу. Ну. Ну, будешь заходить, нет? Господи, какие они тупые. В самом деле, улучшили они, называется, искусственный интеллект. Как же? Улучшили. Ага. Я заметил. Особенно это вот с животными и приманиванием. Вот, очень работает. Пошли. Вы меня задолбали, откровенно говоря. Пойдем через дырку в заборе. Все, сидите тут. Выходить вам никто не разрешал. Так, я надеюсь, там закрыто. Да, закрыто. Давайте сходим за землей, достроим в конце концов нашу ферму, приведем еще несколько животин и будем заканчивать, потому что серия не планировалась как длинная, показывать мне особо нечего. В следующем эпизоде будем строить ферму адских наростов. Просто я сейчас еще не могу долго снимать, потому что я банально хочу спать. Так, что сюда пришел? А, да, землю забрать. Все, провалы в памяти начались, это плохо. Из-за недосыпа. А, ну ничего, скоро я отосплюсь. Как следует. Я обещаю. Самому себе. Так, там крипер сидит. О, ну, вы, наверное, его и не заметили. Хе-хе, вот он, гад. Буквально миллиметраж какой-то. Или я в него не попадаю? Да! Я ниже бил, все отлично. Так, теперь мне нужно приманить свинок. Да поболее. Свиньи, пошли. А, я думаю, мне штук 4 хватит, а там уже будем разводить, разводить, заманивать, если нужно. Для старта хватит. Так, свинья, пошли. Я без тебя никуда не пойду. А фиг с тобой. Пойду без тебя.
Какое увлекательное зрелище. Да, бывают и вот такие серии, и будут такие серии, без экшена. Просто постройка ферм, просто самые простые такие вот действия. Пошли. Ай, свинья. Нет, вы посмотрите, она тоже сбежала. Попробую ту пока привести. Эти пока. Я так понял, они как бы забывают, как бы у них выгружается все из памяти. После чего можно снова воздействовать на них пшеницей. Так вот. Птиц. Нет. Да, птиц. Вот. Вот так выглядят нормальные заинтересованные свиньи. Пойдемте, ребята. Свиней тут просто ужас сколько. Посмотрите, они здесь просто повсюду. Давайте пойдем вот здесь вот. Я повелитель свиней. Да. Повелитель ферм. О, и эти свиньи очухаются. Ну, замечательно. Прыгайте. Прыгайте, тупые животные. Так. Вот, видите, снова им по барабану моя пшеница. Я вас так затолкаю. О, одна сама зашла. Я же говорю, тупые животные. Во-во-во-во, давайте, давайте, заходите. Умные, умные, вы не тупые, вы умные. Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Да нет, все-таки глупые. Но они еще мне покажут, я уверен. Они еще меня обманут когда-нибудь и сбегут всей толпой из этого вольера. Такое уже было, кстати, у некоторых летсплейщиков, но это было давно и неправда. Давно настолько, что уже это не актуально. Так как сейчас мобы не пропадают. Ну, мирные мобы не пропадают. Когда выходишь за пределы определенной... За определенные границы. Например, отойди на 200 блоков. Раньше бы они уже пропали. Сейчас нет. Сейчас они остаются, даже если вы отойдете на 1000, на 5000 блоков. Ну, это не сейчас, это уже давно. Так, теперь мне надо еще одну свинюшку. Пошли. Пошли, животные. Угу. А это как тут очутилось? Надо еще вот здесь что-то подсветить, потому что именно там креперы и скелет заспавнились. Так, свиньи. Эй, не разбегаться. Там. Нет, рано. Блин, как же долго это все происходит. Надо на какое-то расстояние от них отойти, может. Странно, я хочу понять эту механику. Да, на какое-то расстояние, видимо, от них отойти нужно. Чтобы они все это как бы забыли. И потом снова можно подбегать. Я уберу. А то они тут не проходят. Когда я их веду по загонам. И надо привести еще пару овечек. Но этим я, наверное, займусь уже вне камеры, поскольку и так это все заняло минут 10 примерно. В следующем эпизоде мы построим ферму адских наростов, займемся фермой пшеницы. Вообще у нас будет фермерский сезон небольшой. Да, вот эту овечку, пожалуй, все-таки доведу. Построим ферму пшеницы, адских наростов, ферму каких-нибудь арбузов. А, да, кстати, надо будет найти... Нет, мне кажется, есть семена. Кажется, есть. В общем, надо построить несколько ферм, может даже автоматических. Пойдем в шахты добывать редстоун. Что-нибудь построим. Возможно, я доделаю дом, возможно, даже с камерой. Славы. Пойдемте. Все, пойдем, 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 пойдем. В дом. В дом. Теперь вы тут живете. Ребят, вам точно ничего не грозит, поскольку
баранину тут жрать еще нельзя. Такого нету. Фух. Ну что ж, получился такой фермерский эпизод. Дела рутинные, ну, они должны быть. Я уже сказал, что буду показывать все. А поскольку раньше я показывал крайне мало, и это вылилось буквально ни во что. А, да, дом я буду доделывать. С этим разберемся потом. Приведем еще коров откуда-нибудь. А, наверное, тоже на камеру. Надеюсь, что вам понравится. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. Всем пока!